Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня в этой серии мы с тобой не будем делать то, что я хотел бы сегодня сделать. Всю сегодняшнюю серию мы посвятим Екатерине. Она будет делать то, что она хочет делать уже давным-давно. Как говорит народная мудрость, чего хочет женщина, того хочет Бог. Так вроде говорится. Ну, я где-то слышал, то ли в кино, то ли в сериале, неважно. Короче, все, что сегодня Екатерина захочет делать, она будет это делать, а я просто буду выполнять ее желание. Так, ну короче, я хочу, во-первых, радужную овцу, а потом еще перевернутую корову и перевернутых лошадей мастера из Маргариты. И чтобы мы на них покатались, и чтобы мы их в лодке покатались, чтобы мы в лодке с ними вместе покатались внутри на перевернутых лошадях на лодке. Потом еще хочу пойти к черепахам, убить их, получить вот это вот подводное дыхание какое-то там, не знаю, потому что так писали в комментариях. Потом еще хочу съесть ломтик арбуза сверкающий, потом сделать зелье зачарования, которое, как вот это называется, отравление, тебя отравить нормально, потому что в прошлой серии не получилось нифига. Че еще? Дом хочу новый построить из алмазов. Че? Ты же не офигела случайно? Какой дом из алмазов? Я тебе предоставил выбор, чтобы там, ну я не знаю, пойти там картошку посадить, мамину маму, там еще кого-то. Какую к чертовой бабушке перевернутую корову? Какую перевернутую корову ты захотела? Так. Перевернутую корову и сверкающую вот эту радужную овцу мы должны сделать и еще сделать пончик такой небольшой вот здесь, вот чтобы они были здесь, вот тут жили с нами. Короче, человеческим языком нам писали в комментах подписчики, мы же читаем комменты подписчиков. Читаем. Нам сказали, чтобы мы с Катей сделали радужную овцу, которая будет переливаться всякими красивыми цветами. Также, чтобы мы перевернули всех животных вверх ногами, чтобы покатались на нашей мастере и Маргарите. Короче, у нас очень много планов, все только... Катюха, где бирки? Скажи, где бирки? Да там в каком-то из сундуке должна быть, где прям помойка такая лютая. Где помойка, там и бирки. Самая большая помойка у нас вот здесь. Поэтому бирки. У нас есть 8 бирок. Прекрасно. У меня ничего не получилось. А что ты сделала? Я хотела сделать зелье из сверкающего ломтика арбуза. А что сделала? Ничего, получилось заурядное зелье без эффектов. Ничего не получилось. Я потратила целый ломтик арбуза, а там, между прочим, были 8 слитков золота. Да, конечно, зелеварение это не твое. Лучше борщик нам забабахай, мать. Давай, или тортик. Ты меня не научил, ни борщик, ни тортик готовить. Давай, хорошо, давай в следующей серии. Напомните, пожалуйста, мне комменты, чтобы я Катю научил делать вот это борщик. Все, точно, следующая серия будет кулинарное искусство. Слушай, это, наверное, лучшая наша идея. Короче, смотри, я переименовал одну бирку вот в такое вот название. Держи, это будет твое. Если этой биркой ты тыкнешь на овечку, она станет радужной. Но сейчас я возьму примерно, тогда получается, раз, давайте 4 бирки и переименую их в Динербоне. Динербоун. Вот так. Не спрашивайте, что это означает, я сам не знаю, что это означает. Я знаю, что это означает. Кость на ужин. Ужин на кость. Кость, короче, там слово есть ужин и кость. Я не знаю, что это означает. Что это означает? Да там все вот эти вот бирки, которые мы сейчас с тобой сделаем, это отсылки к создателям Майнсруфта. Боже, когда моя девушка больше знает о Майнкрафте, чем я. Так, идем дрыхнуть, идем спать, идем ловить овечку. Закрывайте двери и спокойной ночи. Только не храпи, Кать, пожалуйста. Я никогда не храплю. Вчера храпел. Здравствуйте, подожди, последний раз в жизни Чебурака я кормил примерно 10 лет назад, поэтому покушай. Ну ладно, он не хочет кушать, все, пошли, Катя. Я потому что кормила его. Ну вот, Катя кормит, я не кормлю, потопали. Короче, наша задача прямо сейчас найти овечку. Слушай, а мы с тобой поводок взяли, ты взяла поводок, не взяла? Нет, не взяла. Иди сгоняй за поводком и давай за мной. А чего, можно овец было на поводок брать? Всех можно на поводок брать. Так я бы сюда привела уже целый скот, если бы знала. Ну, сейчас мы всех сюда и приведем, поэтому давай за мной. Вперед навстречу радужным овцам. Пообещай. Ты взял поводки? Я взял поводки, вот все хорошо. Пообещай мне то, что ты сегодня споешь какую-то песенку. Давно она просто уже никакие песенки не исполняла, поэтому, наверное, все уже соскучились. Я каждую серию, да какую-нибудь песенку пою. Кать, а овечка, я нашел белую овцу, давай сюда. Белая овца, ты сейчас станешь радужной. Давай, подбегай. Ты уверена, что готова на нее тыкнуть? Уверена. Готова,
я ждала этого всю жизнь, все серии выживания. Ты-ка давай, пиндюль! Давай. Ля какая! Прикольно, мне нравится розовый, Я фиолетовый какой! Так, давай, давай за мной. Слушай, а можно на нее сесть? На овечке вряд ли можно кататься. Слушай, у нас дома есть собственная личная радужная овца. Ты слышишь, ты радужная овца, поняла? Ты теперь наша. Так, давай, давай, радужная овца пойдет за нами. А сейчас, слушай, а кого перевернуть сейчас вверх ногами, как ты думаешь? Ну, точно, точно не вот эту утку или курицу. Это слишком неинтересно. Корову хочу перевернуть. Корову. Мы делаем то, что я хочу в этой серии. Корову. Ладно, все, я не спорю. Если женщина сказала то, что она хочет корову, значит дадим ей корову. Пошли, ищи корову. Только пообещай, пообещай то, что каждый день с утреца у нас будет свежее молоко дома. То есть каждое утро в 5 утра ты будешь просыпаться, идти доить корову и приносить домой молочко. Как я буду доить перевернутую корову, если вымя ее будет наверху? Ну... Вверх, вверх вымем ты ее будешь доить, вот туда вверх. Ну так и чё, ничего не получится. Доить-то ты... нужно вниз. Так ты сначала попробуй ее подоить вверх ногами, а потом уже гори, получится или нет, хорошо? Ну, я уверена, что ничего не получится, и ты не будешь видеть молока с утра. Давай, 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 да, да я ее сначала... Куда бы ее пипиндюли? Давай сначала вот сюда ее пипиндюли, пускай она здесь тусуется с ламами. Красота. Сейчас все наши дети в шоке. Просто в шоке. Кать, подойди на секундочку, подойди сюда, Катюх. Они очень сильно по родителям скучают, как я понимаю. Да я читала. На самом деле это же логично, что в жизни в реальной, что здесь черепахи возвращаются туда, где они родились. Ну, на самом деле, да, в комментах писали то, что там, где были отложены яйца и где черепахи родились, они всегда будут возвращаться к этому месту. Поэтому, как бы мы ни хотели от них избавиться, они всегда будут возвращаться сюда обратно. Короче, Катюх, следующее. Корова. Ну, в смысле, корова. не ты корова, а корову сейчас идем переворачивать. Пошли. Ну, это я знаю, что я не корова. Вообще-то. Налево. Побежала, побежала, быстренько. Так, сюда, так, так, но-но-но-но-но. В этой серии делаем то, что я хочу, поэтому не хорошо, корова. Давай ты говори, куда мы побежали. Направо. Ты думаешь, там кто-то будет? Мне кажется, коровы водятся как раз-таки вот в полях, а не в лесах. Вот! А, ну вон коровы! Ну я вот! Так и говорила! Ты всё сказала верно. Направо, я сказал налево, ты сказал. Все, ты сказала направо, я сказал налево, и в итоге ты ошиблась. Так, смотри. Динербоны. Какую корову переворачивать? Выбирай. Так, вот, сейчас, подожди. Вот, любую давай, вот прям какую хочешь. Они все одинаковые, давай вот эту. Ага. Ну давай ты еще раз ее. Ну а что? Еще раз скажи, какую корову переворачивать. Так, давай вот эту. Вот эту. Точно вот эту, или ты ее сейчас опять ударишь? Да, да, да. Нет, всё. Не буду ударять, вот хорошо, эту. Хорошо, хорошо. Да ты тут ремонт, да ты, она ж поплавать пошла, хватит бить, хватит коров бить. Успокойся, пожалуйста. Все, пошли. Пошли. Ты это, господи. Здесь нужна музыка из Бала Сатаны. Ну, подходит, прям очень сильно подходит. Экзорцист! Экзорцист, вызовите экзорциста! А у тебя еще поводок-то есть? Есть. Ну зачем тебе еще поводок? А может лошадку ты взял? Да зачем? Не, о, кстати, лошадку мы сегодня сделаем в этой серии, поэтому не нужна нам еще одна лошадка, мы сделаем сегодня мула. Точно, да, это же я хотела сделать мула. Давай, 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 давай. И очень интересно это все выглядит прям. Это просто... А ты в другую, давай, ты в другую садись и давай за мной, поехали. Кто придумает лучший и самый смешной комментарий насчет этой ситуации, тот молодец. Катюха! Я? Yeah. А ты не хочешь что-то спеть? Слушай, ну можно. Ну давай, валяй. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Погнали, нас там кони ждут.
Так мы не с конем, мы с коровой по полю идем. И даже не по полю, выйду, а по... Иду в поле ночью с конем. С коровой! Чё-то там я дальше не помню. Ой, лучше бы я не просил тебя что-то пить. Корова, вылезайте, пожалуйста. Берем поводочек и давайте за мной. Ага, угу. Если ты где? Ты где? А я здесь, возле лам. Если ты до этого говорила, то, что все наши дети в шоке, то сейчас они в десятерном шоке. Слушай, мне кажется, вот этих двух животных здесь не хватало для полной картины. Согласен. Вот прям они олицетворяют всю нашу дебильную жизнь. Чур, я корова. Я даже с этим не спорил, то, что ты корова, а я овца тогда. Я даже тоже не поспорю, что ты овца. Хорошо, я овца, ты корова. Все? Да, все. Ты не забывай, у меня меч-то как бы на огонек. Я тебя поздравляю, а сейчас мастер Маргарита ядрит вас в почку. Заходи внутрь, заходи. Ой, что сейчас будет? Мы опять Маргариту лишь... Ой. Вот так. Садись. В смысле? Побежали. Что за фигня? Первый в мире конь, который может от земли башкой отталкиваться. Опа! Опа! А ну прыгни, Катюх. Побегай. Эй! А это так смешно лапками перебирает. Подожди, мы черепаху сможем перевернуть? Давай попробуем. Да. Я не понимаю, честно. Нет, чтобы написать в комментах там: Эдисон, пойди воскреси дракона. Эдисон, сделай еще один маяк. Эдисон, сделай вот то. Эдисон, сделай вот то. В комментах пишут: Эдисон, переверни черепаху. На кой фиг? Зачем? Так подожди. Что ты хочешь? Что? По-моему, это уже какие-то пытки просто. Мне кажется, он сейчас реально захлебнется немножко, да? Не, ну это уже дичь, вылази. Вот, мастер, я знаю то, что ты любишь плавать вниз головой, ну да, вылезай. Мастер, да. Ну вылези ты, ёханый бабай, пошли. Ой, блин. Осталось, знаешь, что сделать? У нас уже Маргаритка лишилась один раз мастера. Ну. Вон, царствие ему небесное. Сейчас мы должны нашего мастера превратить немножечко в голубенького мальчика. Кого? Мы должны со Степаном их свести. Ну, да заткнись, Игорь! Ничего не слышно из-за вас, попугаи, блин! Вместо того, чтобы свести Маргариту со Степой, ты хочешь свести мастера со Степой? А, блин, а что так можно было? В смысле? Да. О, блин, я почему-то подумала, что только можно мастера свести со Степой. Я забыла, что Маргариту тоже можно. Я хотела... Ой. Ой, бедный Степа. Степа! Не, ну если ты, конечно, хочешь, мы тебя можем и с мастером свести. Ты как? Так это что получается? Она изменит мастеру? Они просто лучшие друзья, они не встречаются, Кать, все нормально, поэтому не парься даже. Они брат и сестра. Стёпа, давай за мной. Чтобы мастер не начал ревновать, мы отводим их в уединенное место. Давай вот сюда, Стёпа, заходи внутрь. Ты хочешь, чтобы они в нашей спальне это делали? Заходи внутрь, Стёпа. Угу, молодец. На них хочет заходить. Маргарита! Внутрь к Степану! Давай, мы хотим мула! Нам все говорят, чтобы мы мула сделали. Так, давай. Отходи. То есть она снизу будет, что ли? Ну, получается, да, Маргарита будет снизу, а Степа будет сверху. Не подумайте ничего такого, просто, ну, как бы, ну, так оно есть. Маргарита вниз ногами, вверх ногами, вниз головой. Зато Степе будет удобно! Ну, в смысле, Степа маленький, ему Маргарита большая. Ой-о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 й-
дракончика в пещерку вот это там, ну вот, ну... Шарик в лунку. Шарик в лунку, да. Трезубец... Птичку в клетку. Птичку в клетку, трезубец в утопленника, да, вот это. Как сделать, я не помню. Яблоки же нужны, подожди, секунду. И что мне с ними тут делать? Просто посмотри на них. Ага, вот так. Степан. Степан. Степан в шоке, мне кажется.
Степа, инициатива вся в твоих руках. Так, то есть их нужно просто покормить? Да, давай. Так, давай сначала Степана. Ага. А почему я села на него? Блин, подожди. А... Я сажусь на них, я их не могу кормить. Подожди. Почему своих лошадей и вот этих ослов нельзя кормить? Подожди. Они еще дерутся еще. Да они не дерутся, мы просто в стенке застряем из-за того, что мы их кормим в этом здании. То есть мне кажется, ли просто Маргаритка не ходит со Степкой вот это, шпильки-дудильки делать? Ну или она просто перевернутая. Не, в любом случае, смотри, я даже Степу не могу кормить. Или их надо кормить чем-то другим, я не знаю. А чем? Чем мы их кормили вначале? Подожди, может хлебом? Вряд ли они картошку, конечно, будут кушать. Да помоги... нет, яблоками мы их кормили. Да, яблоками мы... Нет, мы изначально, в принципе, ничем их не кормили. Давай с этого начнем. А, ну да. Походу, план наш не удался. Или вы просто не хотите... Они, я тоже не знаю. Ребят, нам нужна ваша помощь. Напишите в комментах. Или мы не можем сводить тех животных, которых мы уже приручили, и нам нужно найти новых. Или мы что-то делаем неправильно. Потому что когда мы на них тыкаем, даже на шифте вот тыкаем. Или как-то по-другому мы ничего не можем делать, потому что они, ну вот, они не кормятся. Тем временем Маргарита сбежала. Она решила поплавать. Приятного купания вам, мадмуазель. Самостоятельная такая лошадь просто. Да я не хочу тут с вами тусить, пойду-ка я поплаваю, да еще. А у нас сегодня бракосочетание не получилось, поэтому нового ребенка мы вряд ли сможем. Первая подводная лошадь в мире! Давай вылезай! Та-та-да-та-та-да-да-да. Попугаев перевернуть надо, чтобы они заткнулись наконец-то. Точно! Да, давай мы оставим бедных животных сегодня в покое. Хорошо, и никого больше не будем переворачивать. Я тебя прошу. А меня можно перевернуть? Я не знаю как. Попробуй. А как? У меня нет бирки, чтобы тебя перевернуть. У меня просто обычная бирка. Ну нет, тебя вряд ли можно перевернуть. Ты на самом деле и так уже перевернутая на всю голову, поэтому давай оставим вот так все. На своих местах, хорошо? Хорошо, договорились. Пока мы с Катей продолжаем выполнять ваши челленджи, которые вы пишете в комментах, ты можешь прямо сейчас написать туда же, вот снизу, чем мы с Катей можем заняться в следующей серии. Кстати, да, я еще очень многого не знаю о Майнкрафте, поэтому ты можешь мне в этом помочь. Обязательно напиши, что же нам поделать в следующей серии, пока осел не упал в речку. Смотри, куда полез. Какую речку? Степа! Степа! Суицид — это не выход! Степа, слезь! Я обещаю, я покормлю тебя яблочками, слезь вниз! Степа! Степан! Чё киваешь? Слезай! Степа! Маргаритка еще тебя полюбит, я тебе зуб даю! У вас все хорошо еще в этой жизни будет! Степа! Ну не захотела она сегодня вот этот дильки-дудильки сделать! Ля, ты какой, ой, я испугалась, смотри. Я думала, он падает! Ты чё, быканул? Давай, заходи. Почему Степан не будет ночевать в нашей комнате? Пускай сегодня проведет там время. Пацан расстроился, его баба бросила. Ну пускай там горе вот это запьет свое, или что он там будет делать. Бедный Степа. Просто стоит. Ну пускай стоит, закрой, не будем его тревожить. Присмотри за Степаном, а то он там сейчас пригрустит, расплачется, ему там мужское плечо надо будет, чтобы высморкаться. Поэтому давай, вы там лучшие друзья вроде как. Собачье плечо. Да, пошли. А вам, я вижу, до сих пор здесь не скучно, да? Все нормально? Ага. Она сказала...